Половину гарантийных участков, на которых обнаружили дефекты, уже привели в порядок. Весной обследовали более 300 дорог, отремонтированных за последние 5 лет. На каждом втором участке обнаружили колею и признаки разрушения. Сейчас эти изъяны устраняют компании, которые проводили работы. За свой счет. Александр Сульдин побывал на улице Станиславского и узнал, какую работу над ошибками провели там. Улица Станиславского, монумент славы, гладкое полотно дороги. Машины катят свободно. Видно, что недавно здесь снова прошлись катком. Полоса свежего черного асфальта посередине проезжей части. Улица Станиславского, гостевой маршрут. Деньги на ее ремонт в прошлом году поступили довольно поздно. И работы начались уже в конце лета. А нужно было сделать довольно много. То есть полностью убрать асфальт на широкой магистрали. Уложить 2 слоя покрытия и убрать парковочные карманы. Во время таких капитальных ремонтов фрезеруют старое покрытие, укладывают выравнивающий слой. Он основной и самый крепкий. Зиму и весну здесь пережил, не деформировался и не начал разрушаться. Далее идет верхний, тонкий, всего 3 сантиметра асфальта. Вот его машины продавили, начал крошиться. На третьей площади отремонтированного участка пришлось заменить. Наверное, больше всего погодные условия. Все-таки мы это уже делали в октябре, а ее желательно делать в хорошей положительной температуре. Получилось. Вы думаете, нам это нравится переделывать? Во-первых, это со стороны критики, как в нашу сторону, организация наша. И вообще, это же и финансовая часть за собой тянет. Финансовая часть – 10 миллионов рублей. Подрядчик срезал поврежденное покрытие, уложил новое, нанес разметку за свой счет. Здесь работы нужно было провести особенно быстро. Тяжелая техника не должна грохотать возле самого важного памятного места – монумента славы, даже в преддверии Дня Победы. Уже сегодня здесь экскурсии со всей области. Весной в Новосибирске оценили 300 гарантийных участков дорог. Сейчас срезают поврежденный асфальт, закатывают новый, устраняют сколы около канализационных колодцев и колеи на проезжей части. Такие работы ведут по всему городу с середины апреля. 22 объекта завершили, сейчас 5 в ремонте находятся. Ну, порядка 50% от общей площади на сегодняшний день у нас по гарантии выполнены. Рядом со Станиславского улица Титова. Дорогу здесь также ремонтировали в конце лета и осенью. Тоже гостевой маршрут, тоже есть замечания. Их подрядчик будет устранять после праздников. Начнет 12 мая. Все гарантийные работы в Новосибирске дорожники должны выполнить до 1 июня. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.